Наш народ – мирный народ. Но богатства России часто привлекали агрессоров, и нашему народу часто приходилось брать в руки оружие. Поэтому оружие в русских руках – дело привычное. В 20 веке произошла большая, крупная революция в военном деле. Она была связана с появлением автоматического оружия. И вершиной автоматического оружия стал автомат Калашникова. Автомат Калашникова стоит на вооружении всех видов и родов войск Вооруженных сил России. Это часть мощного оборонного потенциала страны. Наше оружие – надежный щит, оберегающий Россию от многочисленных военных столкновений и конфликтов, которые не утихают по всему миру. Только за последнее десятилетие войны вспыхивали на Кавказе, Балканах, Ливане, Ираке, Сомали, Ливии, Сирии. И если где-то пушки еще не остыли, то в других точках планеты угрозы новых конфликтов еще только зреют. По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в вооруженных столкновениях на Земле погибает 500 000 человек. Печально, но сегодня увеличивается фактор военной силы. Причем фактор военной силы с неядерным оружием и спецификой применения на разрушение. У нас большая территория, протяженность сухопутной границы более 50 тысяч километров. Поэтому стране необходима сила, способная мгновенно реагировать на вызовы национальной обороны в пределах нашего государства, а в рамках наших обязательств ОДКБ, то и у наших союзников. Основным типом конфликтов современной эпохи стали локальные войны и антитеррористические операции. Именно в них главную роль играет автоматическое стрелковое оружие. Тяжелое вооружение бессмысленно применять в тех случаях, когда, например, необходимо освободить заложников или занять здание, в котором засели террористы. Да и обладание ядерными ракетами не отменяет потребности в надежном стрелковом оружии. Для того, чтобы обеспечить охрану позиционного района даже одной установки, типа Тополем, необходимо стрелковое подразделение со стрелковым оружием. Потому что если из стрелкового оружия выстрелят и попадут в оболочку головной части ракеты, вся остальная груда металла никуда не полетит. Не всегда бывают такие операции глобальные, где необходимо применять такое, скажем, мощное оружие. Тем более в наших, ну, я считаю, современных условиях, когда существует реальная угроза терроризму, не будешь же против нескольких боевиков применять ракетной системы. Есть люди, которые могут это сделать, которые готовы это сделать и сделают это качественно, но без легкого стрелкового вооружения они не смогут это сделать. На сегодняшний день ни одна армия, ни одно государство, ни один полицейский аппарат не обходится без индивидуального личного легкого оружия. Автомат Калашникова стоит на вооружении армии спецслужб более 70 стран. Боевое крещение в реальной войне он прошел во Вьетнаме. Автоматы его модификации принимали участие в вооруженных конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Балканах. То есть почти во всех войнах новейшей истории. Войны ведут агрессоры, а не конструкторы. Михаил Калашников. Долгие десятилетия многие конструкторы в разных странах, в том числе в нашей стране, пытаясь создать оружие более совершенное, все равно у них получался тот самый автомат Калашникова.
new weapons for the American infantrymen are tested at Aberdeen Proving Grounds. The new standard rifle. Почти весь 20 век ведущие мировые державы занимались разработкой мощного и эффективного автоматического стрелкового оружия с большим или меньшим успехом. Однако по-настоящему переломным моментом стало создание легендарного автомата Калашникова, получившего шифр АК-47. А. Автомат, К. Калашников, 47 год принятия на вооружение. По результатам испытаний уже было понятно, что создано лучшее по тем временам оружие. Пуля, выпущенная из Калашникова с короткого расстояния, пробивала обшивку легкой бронетехники. Это был первый автомат, оснащенный штык-ножом, а значит, приспособленный для участия в рукопашном бою. Наконец, универсальная конструкция позволяла использовать его как саперный инструмент. Наше оружие просто простое, потому что его делал простой солдат. Для кого он это делал? Не для тех, кто окончает академии, а для солдата, простого солдата. Поэтому оно вот такое чрезвычайно простое. Но я вам скажу, простота связана с исключительной надежностью. Та роль, которую Советский Союз играл в мировой политике, обеспечили автомату Калашникова быстрое распространение по всему миру. Кроме того, это оружие выглядело элегантно. Посмотрите, образец сам просится на картинку. Это, извините меня, что автор, я и так говорю. Но я почему так говорю, потому что у меня много есть, значит, такой информации, когда над знаменом других стран он появляется, над государственными учреждениями. Конечно, какую-то каракатицу там не повесят. Образ автомата Калашникова запечатлен на гербах африканских государств Буркина-Фасо, Зимбабве, Мозамбик и Восточного Тимора. С автоматом Калашникова в этих странах боролись за свободу и независимость. Когда Мозамбик избавился от империализма, солдаты вернулись домой и начали своих первых детей, которые появлялись на свет, сыновья, называть именем автомата. Калаш, сокращенно. У них это, видимо, звучит хорошо. Была такая статья, мол, зайдите в любую деревню, где черноголовые мальчишки бегают с именем Калаш. Вы понимаете, сколько у меня внуков, а? Сколько детей. Что касается Калашникова, то он давно уже перестал быть просто оружием. Это предмет национальной гордости всех российских оружейников. Это национальный бренд страны. Автомат фигурирует в тысячах отечественных и зарубежных фильмах. Он стал явлением массовой культуры. Во многих странах одним из революционных символов, а для кого-то модным аксессуаром. И еще один любопытный факт. Российский баскетболист Андрей Кириленко, выступающий в NBA под номером 47, прозван АК-47. Андрей Кириленко! Оружейная история города и завода насчитывает более 200 лет. Началась она с идеи горного инженера Андрея Дерябина построить на реке Иж завод по производству холодного и огнестрельного оружия и созвать сюда лучших мастеров-оружейников со всей России и Европы. Им государство поставило важнейшую задачу – ковать оружие для защитников Отечества.
Все, что только может служить славой ижевских оружейников, находится в этом зале. Вот первое кремниевое ружье, которое производили на нашем заводе. Эта печаль, и именно с ней в руках наши прапрапрапрадеды били Наполеона в Великой Отечественной войне 12 года. А это пулеметы, авиационные пушки, противотанковое ружье, которые уже выпускались на нашем заводе во Вторую мировую войну. А в 1947 году на нашем заводе стали производить легендарный автомат Калашникова, который стал символом наших побед, нашей гордости, нашей надежности, славы и боевого духа. ...1941 год. Калашников воевал командиром танкового экипажа. После ранения в бою молодой сержант оказался на госпитальной койке. Природный талант и простой солдатский взгляд на то, каким должно быть оружие, подсказало ему верный путь. И вот я, находясь после ранения в госпитале, начал думать, как же так? Почему это немецкие солдаты, почти каждый с автоматом? А у нас они в то время были редкостью. Я решил попробовать, нельзя ли создать для нашего солдата пистолет-пулемет. Такой, чтобы его можно было изготавливать в любой мастерской. Чтобы он был легкий по весу, небольшой по габаритам, чтобы было удобно в любом месте солдату обращаться с этим автоматом. Поначалу АК-47 назывался «Мехтим». По первым слогам имени и отчества создателя. Опытный образец выдержал несколько конкурсов. Причем на одном из последних от дальнейшего участия в состязании отказался именитый оружейник Василий Дегтярев, признавший проект Михаила Калашникова лучшим. Впереди автомат ждали многочисленные модернизации, модификации и усовершенствования. А конструктора заслуженные славы и почет. Сам Михаил Тимофеевич по этому поводу даже шутливо замечал. Когда решался вопрос о присвоении мне дважды героя, а я хорошо знал, что дважды герою положено устанавливать бронзовый бюст. Я и подумал, где его установить. Мне казалось, Ижевск более подходящее место, потому что всю свою, можно сказать, сознательную жизнь я работаю здесь, город оружейников, у меня дети оружейники, поэтому подумал, наверное, надо, чтобы здесь поставили. Вижу, у пруда стоит Дерябин, основатель завода нашего. Я подумал, если бы мы рядом стояли, наверное, было неплохо. Я написал: «А ну-ка, Дерябин, подвинься немного. Нам рядом с тобою у пруда стоять. Ты строил завод, опираясь на Бога, а я опираюсь на родину мать». В Ижевске звание оружейника особое. Здесь много памятников, связанных с ним. Причем для человека, незнакомого с историей города, иногда довольно неожиданно. Например, курносый мальчишка по имени Ижик в непомерно длинном кафтане был воздвигнут совсем недавно как талисман Ижевска. А здесь и вовсе изображен крокодил. Дело в том, что в 19 веке особенно отличившихся и усердных работников оружейного завода награждали нарядными зелеными кафтанами из дорогого английского сукна. К нему полагались трость и лоснящийся черный цилиндр. Указ о награждении подписывался лично царем. И хотя за все время этой чести удостоилось около 600 человек, за всеми ижевскими оружейниками закрепились шутливые прозвища – кафтанщики и крокодилы. До революции завод выпустил более 4 миллионов единиц разнообразного оружия. В советские времена страна активно вооружалась и поставляла свою продукцию по всему миру. Тогда на заводе работало 80 тысяч человек.
распад Советского Союза вызвал резкий спад производства. Государственный оборонный заказ сократился. Денег почти не было. Были тяжелые времена с переходами 90-х, когда не было заказов, не было работы. Но здесь стоит заметить, что заводчане, завод выстояли, то есть все перипетии пережили сами. Это говорит о стойкости духа и о профессионализме работников. Оружейное производство после тяжелых 90-х в Ижевске вновь окрепло. Причем, в отличие от советских времен, теперь здесь возрождается и то, что было дорого и важно для горожан. Возрождается дух всей 200-летней истории создания оружия в этих местах. На самом высоком холме Ижевска стоит храм, который теперь здесь считают главным символом города – Свято-Михайловский собор. Построен он в честь архистратига Михаила, который в христианской традиции чтится как предводитель святого воинства ангелов, стоящего на страже Божьего закона. Храм был построен в 1907 году, к столетию Ижевского оружейного завода и на деньги заводчан. Каждый из них отчислял одну копейку заработанного рубля. А это кадры 37-го года прошлого века. При советской власти собор был уничтожен. А восстановили его к 200-летию завода по старым чертежам и фотографиям. Одновременно возродилась и традиция проводить здесь торжественные богослужения во славу русского оружия и оружейников. Открывая этот храм, святейший патриарх Алексей сказал: «Я надеюсь, что слава Ижевска снова возродится, молитвами архистратига Божия Михаила все станет на свои места, на прежнее уважение оружейного производства. Само звание оружейник будет это великим званием русских тружеников». Я создавал оружие для защиты Отечества. И хочу, чтобы оно и дальше служило этой цели. Михаил Калашников. Разговаривая со многими нашими офицерами, военнослужащими специальных служб, Министерства обороны, спецназ, ГРУ, все они говорят о том, что да, конечно, у них есть достаточно широкий арсенал средств вооруженной борьбы, средств на поле боя, но все-таки всегда за спиной они берут и держат автомат Калашникова на всякий пожарный случай. Индивидуальное стрелковое оружие должно выживать в любых условиях боя. Поэтому на контрольно-испытательной станции «Жмаша» автоматы подвергают самым суровым испытаниям. Сначала оружие замораживают до арктических температур. После чего с окончательно замерзшим автоматом испытатель закрывается в специальной климатической камере, где имитируются условия лютой зимы. Серия контрольных выстрелов. Автомат работает, сбоя нет. А здесь уже условия пустынной местности. Более того, пыльной буре. В герметизированный бокс нагнетается мельчайшая сухая субстанция. Испытатель защищен специальным костюмом. Автомат – ничем. Когда плотность пыли достигает предела, производится очередная серия выстрелов. И тут оружие не подводит. В начале 80-х мне приходилось принимать участие во время срочной службы в воздушно-десантных войсках в Афганистане. Эта машина никогда не подводила. Она никогда не выходила из строя. Разрушить ее, прекратить ее действие можно было только путем
полного механического разрушения, либо прямого попадания пули или осколка. О других случаях выхода из строя автомата Калашникова мне неизвестно. Были моменты, когда единственным средством, скажем, как спасения, скажем, как помощи, оказания своим товарищам и себе оставался только данный образец, который я держу в руках, который был единственным, скажем, ниточкой той, которая давала надежду и выручала в сложившейся ситуации. Хоть он и старый, скажем так, вот мой образец, он 2003 года выпуска, попал он ко мне на вооружение, тоже, может, было предложение такое, давай поменяем новый автомат, дадим, я говорю, давайте я попробую просто, что он из себя представляет, вроде как живой, посмотрим, что он, может, он еще способен что-то сделать. И просто при приведении оружия к нормальному бою, 4 патрона, 4 десяточки, вот и все. Я сказал, нет, я останусь с ним, он нормальный, он хороший, он надежный. Просто храню как память снимок, который я сделал после того, как привел свой автомат. Вот как свидетельство факта, храню на всякий случай на память. А это уже проверка в условиях, близких к боевым. Оружие в руках тех, кто его использует в настоящих спецоперациях. Ни одно стрелковое оружие, которое оказалось в воде, к бою не готово. Ни одно, кроме автомата Калашникова. Есть еще одна характерная черта автомата Калашникова. Это простота конструкции. Любой боец, даже новобранец, за несколько секунд может разобрать и собрать автомат Калашникова. В том же Ижевске каждый мальчишка и каждая девчонка наизусть знают устройство автомата. А некоторые даже готовы посоревноваться в мастерстве сборки-разборки с самим руководителем предприятия по производству стрелкового оружия. Самый надежный в мире автомат. Возможно, разобрать, собрать, почистить. Во всех условиях многие иностранные военные специалисты признавались в том, что в определенных горячих точках, когда они участвовали, была возможность, когда они всегда подбирали наши автоматы, а свои за спину. Потому что в наших автоматах они видели надежду в том, что они останутся живы на поле боя. Давайте попробуем. Существуют нормативы по сборке-разборке оружия. За 15 секунд разобрать, за 25 собрать. Это результат на оценку отлично. Нормативы появились не ради спортивного интереса. Условия интенсивного боя не дают солдату лишнего времени на подготовку оружия к стрельбе. Либо ты замешкаешься и станешь мишенью для противника, либо успеешь и решишь поставленную задачу. Молодец, ты вперед. Поздравляю! Все нужное просто, все сложное не нужно. Михаил Калашников. Производство оружия – дело не только высокотехнологичное и отражает уровень развития того или иного государства или народа, но эта вещь всегда сопряжена с большими техническими секретами. Но, тем не менее, кое-какие секреты оружейного производства в России мы вам раскроем. Оружие – это точная механика. Его производство требует высокотехнологичного станочного парка и опыта незаурядных специалистов. На Ижмаше пока что не просто и с тем, и с другим. Цеха с новейшими станками с числовым программным управлением соседствуют с оборудованием полувековой давности. Вот сейчас мы с вами находимся в нашем цеху, где вы видите наглядно, какие станки, оборудование. Здравствуйте. Это, конечно же, старый парк, но он рабочий. Он производит то количество продукции, которое он может произвести. Больше, к сожалению, он сделать не в состоянии. А это другой цех. Здесь уже работает новейшее оборудование, где обрабатывают, например, затвор или затворную раму. То есть сердце автоматического стрелкового оружия.
Раньше, чтобы изготовить одну подобную деталь, требовалось совершить 120 операций на разных станках. Их обслуживали 60 работников. Теперь это делает один человек в два, максимум в три захода. Это потрясающая техника. Я получаю здесь удовольствие работать и квалификацию повышать. Мне очень нравится здесь работать. Как же все-таки делают этот автомат? Все начинается со специальных заготовок из особой оружейной стали. Здесь, вот на таких станках робота, производится полуфабрикат для дальнейшего изготовления оружейного ствола. В следующем цехе производятся приклады, рукоятки и магазины. Их делают из особой пластмассы. Этот материал не боится ни лютого холода, ни тропической жары. Все комплектующие детали и части будущего оружия отправляются в сборочный цех. Автоматы собираются вручную, что является спецификой технологического процесса. Такое оружие в бою никогда не подведет. Это ключевой участок цеха. Здесь ствол соединяется с коробкой. Теперь это изделие уже официально считается оружием. Далее оно отправляется на крюке транспортера путешествовать по остальным участкам цеха. С каждой новой сборочной процедурой постепенно формируется окончательный облик будущего карабина, снайперской винтовки или автомата. Полностью собранное оружие пристреливается в тире. Корректируется точность наведения и стрельбы. Спасибо. Ну, чего как... все ждете? Ну, хорошо. Как... Тому, кто сделает лучше, первому пожму руку. Михаил Калашников. От Советского Союза нам досталось огромное количество оружейных заводов, которые, в общем-то, находились в состоянии серьезной технологической отсталости. Нам сейчас таких гор оружия не нужно. Современное оружие предполагает современное производство, современный способ его применения, поэтому возникла идея соединения, консолидации всей оружейной отрасли, всех государственных заводов на базе Ижмаша, на базе ижевского бренда, великого бренда России «Калашников». Высшее руководство страны приняло решение создать оружейный концерн с именем легендарного конструктора. Михаил Тимофеевич официально дал согласие на то, чтобы новая структура носила его имя. Подписал и вручил соответствующий документ генеральному директору Константину Бусыгину с напутствием «Чтить и приумножать лучшие традиции российского оружейного дела теперь уже в концерне «Калашников». Что это нам даст? Ну, прежде всего, это соединение конструкторской мысли. При сохранении соревновательности идей. Во-вторых, иметь компактное, но самое современное производство. Иметь высокие заработные платы для работников предприятий, которые будут соединены в единую мысль, в единую идею. Это будет вертикально интегрированная холдинговая структура, в которой будут входить определенные заводы по принципу самодостаточности. Будут свои пороховые, будут свои патронные заводы. Создание концерна «Калашников» – это не только соединение государственных заводов. Ижмаш, Ижмех, в перспективе Вятско-Полянский, Молот, в перспективе присоединятся еще и тульские предприятия, прославленные наши оружейные заводы. Ну, конечно, это и конструкторское бюро. Есть две в России основных оружейных школы. Это тульская, самая старая у нас школа, и ижевская. Думаю, что в концерне Калашникова эти две школы должны работать в тандеме. Скажем, лучшие компетенции здесь, допустим, в автоматах,
в Туле, возможно, в Пушках. И мы будем, соответственно, с этим распределять работу. Соревноваться в данном случае нужно не с самими собой, а с зарубежными партнерами, будем так говорить. Поэтому и создается для этого концерн. Ну и самое главное, это серьезный выход на внешний рынок, потому что на внешнем рынке соревнуются не танки, пушки, автоматы или самолеты, а соревнуются корпорации со всей их компетенцией, мощью, силой, плечами. В 2011 году Министерство обороны решило отказаться от закупок автоматов, сославшись на то, что существующие запасы в десятки раз превышают потребности армии. Однако военное ведомство не отказалось бы от более совершенного оружия. Мы разрабатываем новое оружие, многие модификации. К сожалению, не можем все показать, потому что закрытые тем очень много. Также разработана нами программа по модернизации уже произведенного оружия, которое находится на складах Минобороны. В частности, вот такие наши калашниковые. Модернизация предусматривает оснащение традиционного АК-74 специальной планкой «Пикатинни», на которую можно устанавливать коллиматорные прицелы, ночную оптику, лазерные целеуказатели, подствольный гранатомет, фонарь, штык-нож, удобный складывающийся приклад, сошку для стрельбы из положения лежа, переднюю рукоятку. Возможна установка телескопического приклада и магазина с большим количеством патронов. Таким образом, мы уйдем от утилизации, уйдем от, я назвал бы, постыдного уничтожения автоматов, потому что когда-то в него вложили душу, в него вложили деньги народные, а сейчас за деньги мы его уничтожаем. А так мы сделаем модернизацию, вернем на склады нужную нашему Министерству обороны и Министерству внутренних дел продукцию, и сэкономим для государства, а значит, государство заработает 6 миллиардов рублей. Меня радует то, что те, кто сопровождают развитие автомата, не останавливают на месте. Так вот, автомат Калашникова имеет в будущем еще большой потенциал модернизации. Любое уважающее, сильное, экономически развитое промышленное государство должны иметь в своем распоряжении качественное стрелковое оружие. Именно здесь рождаются идеи нового оружия. Первое, что бросается в глаза, это юные лица инженеров-конструкторов. Непривычно для образа опытного оружейника. Я понимаю, что без молодежи будущего у нас не будет. Поэтому стараюсь набирать как можно больше молодежи, чтобы из них вырастить в перспективе достойных конструкторов. Здесь интересно на самом деле работать. То есть это не просто проектировать даже двигателя, самолеты, может быть, не так интересно проектировать, потому что здесь ты можешь непосредственно что-то нарисовать, а потом через некоторое время ты подержишь это в руках, поедешь на контрольно-испытательную станцию, постреляешь это. Потом, если повезет, ты попадешь еще и на полигон, например, с этим делом. Вот, ну, так у меня получилось, мне повезло на самом деле. Везучий человек, наверное. Впрочем, Михаилу Калашникову тоже было немногим более 20 лет, когда он начал проектировать свой автомат. Я молодежи желаю упорного труда. Любите свое отечество, любите старшее поколение, любите наше прошлое. Не все у нас было плохо, как некоторые это преподносят. Поэтому надо быть постоянными патриотами своего отечества,
поддерживать старшее поколение, поддерживать нашу оружейную историю. Нам нужны новые виды оружия, современного, модульного оружия, новые материалы, которые сейчас появились в руках нашей промышленности, новые потребности в эргономике, то есть приспособление оружия к военнослужащему, дают возможность совершенствовать и идти дальше. И поэтому сегодня концерн «Калашников» уже представляет новую линейку оружия, которая вбирает в себя самые лучшие черты автомата «Калашникова», но все-таки это уже шаг вперед. Одна из последних тем, которая уже представлена на суд оружейных экспертов и военных – автомат АК-12. Конструктор Владимир Злобин. АК-12 отличается от автоматов Калашникова предыдущих поколений высокой кучностью стрельбы, минимальной отдачей и увеличенным служебным ресурсом. Автомат адаптирован к стрельбе в полной темноте. Управлять им можно одной рукой. В АК-12 существенно изменилась эргономика. Он полностью теперь адаптирован под правшу и левшу. Рукоятка перезаряжания может ставиться как справа, так и слева. Приклад автомата телескопический. Складывается как вправо, так и влево. При том, при всем, автомат остался таким же простым, какой он и был. Идеологи оружия должны не только сидеть в своих кабинетах и думать о совершенстве вооружения. Они должны быть на поле боя, учебного боя. Они должны иметь постоянный контакт непосредственно с теми, кто использует это оружие в бою, защищая свою страну. Оно должно быть, сохранить ту надежность, ту, которая присуща моему автомату, автомату АК-74М. Желательно более, скажем, мощный боеприпас немножко, который также позволил бы улучшить его тактико-техническое развитие, его легкость, удобство при десантировании, так как мы подразделяем совершающие парашютные прыжки, также чтобы можно было удобно с ним совершать прыжки. Ну и облегчить как можно массу, когда у солдат, у него кроме автомата еще очень много вещей, когда он уходит на задание, уходит в горы, уходит в лес. Ему каждый грамм, каждый 100 грамм, они решающим являются для него. Этот автомат мы готовим к принятию на вооружение. Автомат стал легче, чем штатный, пока на 100 грамм, но в перспективе есть еще резерв, он будет дорабатываться, и думаю, что рам еще на 200, он станет легче штатного автомата. На планку Пикатинни можно ставить различные прицельные устройства и приспособления. На планку Пикатинни на цевье можно поставить переднюю рукоятку для более удобного удержания оружия при стрельбе. На дульное устройство можно поставить тактический глушитель. Автомат оснащается различными магазинами нормальной емкости и большой вместимости. С такой емкостью можно вести достаточно интенсивный огонь в магазине 96 патронов. Появление нового современного стрелкового оружия важно не только для оснащения российской армии, но и для укрепления положения страны на мировом оружейном рынке. Наше оружие привлекательно для потенциальных покупателей по многим параметрам. Помимо надежности и качества, оно еще и значительно дешевле западных аналогов. Автомат последнего поколения в базовой комплектации стоит до $500, а, скажем, похожий немецкий образец – 2500 евро. Но всего этого недостаточно. Не надо лениться в деле организации оружейных выставок. Не надо лениться и экономить на создании групп лоббистов, мощных юридических фирм. Но все они должны быть не случайными людьми. Все они должны быть частью единого большого концерна, который имеет общую идеологию и разделение компетенции. Поэтому концерн «Калашников» — это
не только вопрос технологического совершенства уже состоявшегося оружейного производства в России. Это вопрос расширения наших плеч, наших возможностей, нашего интеллекта на мировых рынках оружия. И мы верим в это будущее. Россия – второй в мире экспортер продукции военного назначения. Ее доля на оружейном рынке составляет 20% продаж. Легкое стрелковое оружие покупает у России почти полмира. Страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Среди импортеров значатся и Соединенные Штаты Америки. В 2012 году объем отечественного оружейного экспорта составил 14 миллиардов долларов. Когда мы обсуждали вопросы создания концерна «Калашников» с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то глава государства поднял вопрос о том, как защищать авторские права наших идеологов, создателей оружия. И прежде всего, такие национальные бренды, как бренд «Калашников». За все время в мире было произведено более 100 миллионов автоматов «Калашникова». В 50-х годах прошлого столетия лицензии на производство автомата получили 18 государств. В основном страны-участницы Варшавского договора. Сроки лицензии уже давно истекли. Тем не менее, производство продолжается. Незаконно. Вроде бы цивилизованный мир, да, страны НАТО, страны Европейского Союза, которые сами убеждают Россию в необходимости борьбы с контрафактной продукцией, игнорируют у себя эти правила. Они игнорируют наши права на нашу интеллектуальную собственность. И сегодня задача, которая стоит перед концерном «Калашников», зарегистрировать не только национальный бренд, а мировую марку, заставить всех платить за использование русской мысли, инженерной мысли, за использование того, что создано в России. Исторически является оружейным городом, и он должен впредь занимать достойное место в обороне своего отечества. День Победы, наверное, самый светлый праздник в России, объединяющий всю страну. И хотя война до Ижевска не дошла, боевые действия здесь не велись, 9 мая горожане празднуют с особым чувством причастности к боевой славе всех поколений защитников мира и стабильности в нашей стране. Мы слишком многого натерпелись от разного рода войн и агрессий. Именно поэтому понимаем и ценим оружие. Современное, совершенное, эффективное и дающие в наших руках возможность нашему народу жить в безопасности. И до тех пор, пока у России будет современное и совершенное оружие, никто к нам не сунется. Жить будем в мире.